Лампа гениальна. Что такое? Да мамбу стандали, он подбежал и ударил в зубы. Ну я так тоже видел. Даешь вроде бы контроль, чувак убегает. Массовый стан, и все. Поднимемся, джипсы поставлю. Какие мы что? Хейзи, а что такое? Что такое? Знаете, Дживса на лестнице вам. Давайте быстрее. Вставай, бафы. Значит, вы в курсе, да? БДК побежит с варом. 4 ханта на пул на БДК. Никакой хуйни, блядь. Все, блядь, 4 ханта должны напуливать. Чек на пул. Где он там? Звездочка, иди к БДК. Никто не бьет сейчас, блядь, кроме хантов с напула. Идите, бегите. Все, отходи, протопал, подходи. ОБД. Жерем зеркало. Осторожно, нахуй. Я только попробую на вкус. Киньте хорошо, чтобы фул такой всегда был. Прям напрягайтесь сейчас. Особенно на взлетках. 4 хила, что тут напрягаться? Смотрите, чтобы ноги не упали. Счастливый проседает, поаккуратнее, пожалуйста. Иди ко мне, вар. Кто-то там орехи на счастливого повешал, тут он шаман. Хильте его волной исцеления. Как вам такое? А цепуху через ДК можете пускать. Сустрик, подойди к ханту, блин, чтобы укусил тебя. Тебе главное укус его передавать, а не бить. Чего пристали, отнесу с лейцем же. О, да я знаю, что делать.
Ебать. Как это не суслятина? Да суслятина шаманом хилит, а квест ангелев делает. Что да. Тупого, блядь, непонятно. Да, пидор какой-то на варе сидит. Сука, нахрена его пиндю украл? Надо его кикать. Уже ваш гей-клуб пополнился третьим игроком. Так, аук. Ты... Бьёрли, главный гей Каукна. Второй гей это Суслятин. А третий Фламбо, нахуй. Ты, брат, акробат. Не, Фламбо не наш. Не ваш, не наш. Но с гей-клуба Войда, да? Не, он с гей-клуба Бьёрна. Нет. Я ж на ваших персонажей не захожу, квесты вам не делаю. Ебать. Бегу в это, в тьму нахуй. Сука, вижу. Слятинка настолько убог, что квесты сам не может сделать. А чё это, не он что ли? Такой прожил. Нет. Если это не он, блядь, то я, блядь, Патрик Суэйзи, блядь. Они походу поменялись, типа. Поменяться телами надо. Охуеть, как ты понял, Бьёрн? Да, ты свой рот открыл. Полнолуние тебя осветило, озарило. Тихо, блядь, я бы рот заебали. Лучше не упадите. Копар там чешку задонил, ебашит стоит. Сука. Серьезно, он задонил? Ах ты, блядь. Это такой прикольный голос у Христа. Потому что... Всё, мама, близко. Да, я там... два гимна сочетали. Надо было писать Холи Христа, я не знаю. Наверное, так задумано. Сколько этих укусов уже есть? Так, будет транслютка. Дайте ей нашу мучку. Еще полминуты ждать. Блин. Типа, рассоситесь немного, может. Стопаните по боссу. Сколько еще укусов? Сейчас, сейчас. Два было. Все сделал. Все сделал. Куда Виталик он пропал? Не знаю. Лол, да? Почему? Давайте убивайте. Почему вот все РДД вокруг круга? Пипец. Да, похилил я, конечно. Круто с вами хилить. Стали все РДД в центр тупо. Почему Бьёрн спрашивает, почему у него не села мана, а у Холи Приста села мана? Заткнись, короче. Начинает раздражать. Калк, а чё ты, блядь, неравнодушен Бьёрн, что ли, или чё? Он да. Просто думает, что я такой же гей, как у нас, у Слятинка. Он ошибается. Чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Не хочу, блядь, слушать эту неприязнь себе. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Даже троллить ты не умеешь. Мы пробьемся через зал. Я чашку взял здесь, эту учетку мне отдали с хантом, здесь бонусы были. Вот как раз скидки, и взял чашечку. Хорошо, нормально. Что ты проверил. А давно ты ее взял? Ну, чешку. Что? Чешку ты давно взял? Позавчера. 27-го скидки. Ну все, начинаем, да? Стало ДПС на два куста поднялось.
Хант, стой. Рога, отойди с мелизоны. Копар за кем-то прицепился, его завели, короче, в этот в лужу АУЕ. Она подошла к воротам, блядь, так ты, если что, не видишь, что ли? А я думал, ты прицепился, подошел, кто-то завел специально. Не дайте. Штейну, пустить меня на опыты. Какой феерический финал! Да, не полководцы. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Жалкие. Я отвлеку ее на
себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза плеть! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Блять, куда вы побежали? Халявин. Еще повезло, что не с пули, блин. Нет, так почему с пули? Я так раз поднялся, когда вот тут два моба еще живых было. Что с пули? Запустил босса. Все. Охренеть. Когда бой висел. Это печально, конечно. Там пока что. У кого-то джипс есть? Да, отдавал есть, на проле. Сейчас слева поставлю копарман. Поставил слева. Слав, тебя очень плохо слева слышно. Сорян. Два приста. Пятой пати в хули пристов. На валике сидите. Кауха Бальфара на валике. Шамады на валике. Фламбы с фильцом на рейде. Чек на пол. Не спек. А, блядь. Фламбо. Вот за Рокстера. Так, по хуй отливый. Прочитай гимна, мама. Ясно. Суслятина. Так и варпа его, все равно ему в голду потом платить за починку. Так что ты все правильно делаешь. Там вы найдете спасение, герой. Поняли, далеко портал. Где вы? Ах, блин. Ну что вы делаете? Я еще не долетел, лечу к вам в кучу, вы все стаки забрали и полетели. Крутые кости стали за звездой летать, они улетели в другую сторону, все стаки забрали. Ну кто в звезде не летает, только пидор. Все не летают, они улетели вообще непонятно куда. Походу звезда, только пидор. Кал, рот закрой. Для тебя могут быть. Ладно, давай переставим звезду просто. Я говорю, звезда вроде... пидор, да? Ну ладно. К
кто не пидор, не летай не со звездой, да? Да. Ну, то есть вы поняли, да? Да. Все поняли. Так, и бьёр в звезде стоит, да? Я же говорю, все-таки в нем проблема. Где ты его увидел, неизвестно. Вообще, я считаю, твой троллинг неуместен. Как ты на БГ поступил, когда я магом флаг брал, ты мне дал боб, чтобы самому унести флаг, и в итоге умер, потому что просто не смог унести. А он с флагом прямо пошел и сдох кальянцу в кучу. Жесть. Я бы магом проскользнул, и тупо справа из-за него просрали. ВСГ, ты где там бегаешь? Просрали. Да, бля, Бьёрн, завали ебало, пожалуйста, уже напрягайся, да, вот эта вот твоя хуйня занудная. Да, ну, сейчас, наверное, мы сделаем по-другому. Давайте помолчим, просто во время края. Все, больше ничего не говорите, врага, по другим темам. Просто пишите что-то в поэм там. Просто не понимаю этой агрессии. Че, я должен что-то говорить, что ли? Мне казалось, Рэл вообще должен молчать. Ох, подавление надо бить, наверное. Захват рун на вальке не воспринимчив, да? Если символа. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Ну, блядь, представь 10% валькиного ХП, блядь. Блядь, крылечко. Войд, мне в хиле или в котейте? Давай подумаем. Давай, в хиле. Это доспеку из ШП. Угу. 5 хилов будет. Лучше здесь, чем в ДЦ хулиприст, так что хулипристы в хулипристах оставайтесь. Вараша, Мэрдру нормально будет. Для хил. Иди, Фламбо. Надеюсь, ты вниз спустился. Пойду шустриком курицу поставлю в духовку. Изи Филат. Блять, а где вы все? Бегите быстро. Кралька, тебе плохо? Сейчас. Все, можешь идти. Давай. Mm.
что на форуме, кстати, ничего не пишут про X5. Будет, не будет. Вроде говорили, что сделают этот Макс Хейн режим 10.25 и типа не будут иксы ставить. Уж Макс целка падать будет. Прости, что ты спросил? Ну, шмот, как ссылка будет падать. А вот это пока еще секрет, они не говорили. Ну, вряд ли они рисовать будут. Просто такие же какие-нибудь ящики, там, петы, маунты, что-нибудь такое. Скорее всего. Типа вместо эпохальных вот этих всех тухлопузов и так далее, скорее всего, они решили просто на Наксе оторваться. Думаю, и так там в этом сыграл. А вроде ж недавно бессмертный делал, или я ошибаюсь? Ну да, чудо. А ты уговоришь за бессмертных? 2 часа рейд был. Это среднее вроде как время. Ну, бессмертный, это не нравится. Мы просто 8 человек были. А, я думал, а в 25-ке и не ходил. 25-ке не ходил. Так будет можно. Ведь не после первой можно. В третьей фазе менять надо сразу же после первой книжки, правильно? Ну, может после первой, может после второй поменять. Улетел, блин. Хреновые боты. Слав, ты здесь? Слав. В
Так, сделай так, чтобы он не улетал. Филипец, а ты здесь? Липец. Сейчас же Калуб ушел? Да. Филипец. Так, это сколько? Скажешь Славе, что Рокстер отошел на 2 минутки? Сейчас я подойду, а то я сейчас лужа подо мной будет. Сейчас я накину ЕП. Хорошо, Филипец, если Войца даже спросит, я на 2 минутки отошел, предупредил. Так, спасибо. Это Писсиндры 900 получается. Привет. Или 950. Зачем ему опять снял? А, ну понятно. Ну ты ему просто уже отнимал, Войт. Самоните? Мы в бою сейчас. И что? 350, 300, ну ладно, за 3 босса. 4. Да, все правильно, все. Кто вы разбегаете, блядь? Рокстер на 2 минуты. Так, я думаю, полминуты назад отошел, да? Ну где-то так. Дайте рыбу. Сейчас поставлю рыбу на лестнице. Стоит он справа. Я что-нибудь буду бафать или нет? Бафай, кресты. Что еще раз? Войт, ПМ, почитай. В смысле кто? Слушай, такой РК не говорит, если что. Да, Англиф это, блин, на... Там тебе еще бабок заплатил. Да. Сколько заплатил? Там реально. Реала заплатил. Касать? Да. Натурой. Не знаю, ты знаешь, как вы сделали? Да, только там же тупо ловить дыхание на маунте. Тут только с какого дыхания ловить лучше? По ДПС. ДПС слабый. Спасибо, я тут. Поэтому... Ну, после первой взлетки. Может быть, даже после второй. Смотри, я буду тебя хилить, так что... чехоту. Сейчас, Вах, сейчас отопью ману. Так, давай. Филиппец, гибна ману. А, совы, иннер, рокстеру залейте все. Еще иннер.
Еще и нормально. Да, все нормально, спасибо. Кризис. Каску Роги, алло. Каски счастливый дает. 5-10 минут каска. Все глыбы будут под босса, Геру когда скажу. Когда в сторону надо будет скажу. Принимайте ее бы на готовность. Сталик, нахуя 6 хилов? А, нормально. Так было задумано. Вы ничего не понимаете. Ну, короче, после первой притяжки я начинаю ловить. Кризис, ты заебал. Запускай. Пати, он пишет белым чатом. А он еще звезда ему пати. Да с этой истерии, блин, я постоянно ее забываю давать. Дай нахуй я никому. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Я там Белину после взлетки щит на ускорение он нормально поставит. Испугался за тебя, Филиппец. Я ожидал. Еще один старт. Еще этот. Еще одну использую. Думаю, когда она будет, она нифига ее не было. Какие рукастые у вас были престые, дружечки. Фотки кидают в меточку. Ну, я кидал фотки. Какой интервал между дыханиями? Ой. 20. Уж не спрашивай. Слева стопаните. А, так можно просто не каждое ловить, и все нормально будет. Типа через раз. По 2 минуты на счет. Сука. Сука, не успел. Механизм. Беги, малышка, беги! При этом шоковать нельзя, по-моему, по этой хрени. Ну ты луну, конечно, засунул так далеко. Левый слева стоит. Да, слева разбивать. Прохил. Дыхание увидит. 400 вин, да? Да, все, баф висит 6 минут.
Так, кстати, жить можно, да? Начинать. Да, беги, малышка, беги! Я его под босса сразу разбить. Малик ушли. Ой, я тупанул! Ушли в рейд. А чё ты не добежал? Ты ж бежал вроде туда. Только глыбы бьём. Под босса метку сейчас. Все глыбы бьём. Под босса метку. Быстрее разбивать. Та, которая под боссом. Первую переднюю разбейте, которая беги, под боссом. Беги, малышка, беги! Замените, я сейчас сдохну. Иду, иду, иду. Под босса я сразу разбить. Разбейте двух этих дураков. Босса я сразу разбить, мелики ушли. Сейчас опять две будет. Не, красавец мог. Там Джейлин успел отбежать вовремя. Прям на последней секунде. Не будет, да. Готовьтесь, когда притянемся, давайте там. Беги, малышка, беги! Забрал. Лоу, Виталий, ты попал. Так я не скидываю. Я не могу, я что-то завис. Что за фигня? На тебе. Поп, что ли, дали? А чё я двигаться не надо? Под босса нет. На танке диван, скинь диван. Так, на мне, блядь. Разбивай тебя. Припишите, смертные! Ибо ваша жалкая магия! Да, можно. Пойдём, надо забывать. Минуты осталось, что я не уверен, что не успеем. Беги, малышка, беги! Еще гиры даже не было. Сбивайте метку под босса, или какие-то меня. Сразу меня разбивайте. Разбивайте. Танков есть? Килл упал. Танков есть, я нахуй, сука. Нету вообще про хил, вообще хила нет. А что вы делаете? Вы метки бьете? Нет? Бери. Все, босса бейте. Давайте Геру в сторону бьет. Варш, стой там, варш, стой там. Беги, малышка, беги! Свободно! Что так вот получилось? Ресать. Как бомжи какие-то ведете себя, милики нахуй что-то там стараются, блять, куда-то сделать, нахуй, в итоге морозятся, блять. Их надо разбивать, блять. Такие тупые, блять. Ничему в жизни учат, блять. Пошли на плечо. Кому по мейну нужен койк? Сейчас дам.
Вот, я в коте. Какого кидает? Да. Почему папа не был на хантах? Блять. Чего не было на хантах? Кулака. На крестах был. Блять, крест не хант. Ну потому что Виталий Кун должен бафать кулаки. Идите на реча, 4 хила сейчас будет. ДЦ хули приз 2 аршан. Хули приз там больше за танком, смотри за Белину. Да и так кастами хилю постоянно. Последний по хпсу из-за этого. Ты просто, наверное, давно в ЦУК не танчил. Ты в БРС-ку постоянно приходишь в Белин. Это все. Пустоим, кого ждем. Спойлит Рокстер. Угу. Принимайте готовность. Пусть Тауру коня на лед поставь. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Кот станешь, все кружки, джереб, все ромбики. Ты пройдешь через треугольник, первую, третью я, вторую, четвертую, фиера. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Эти горы. Да будет так! Герои в атаку! Че, мы так и не дали герою сыграть? Дали. Когда 7 минут. Видели, что немножко ближе и лицом на протокола повернет. Да у тебя уже есть истерик. Снимайте исступление, пожалуйста, с шарков хранты. Там Пау чуть не убил. Ветру не брало. Он под мордой стоит. Нет, не того. Ну про счастливого. А прожался штамп. Такой прикольный голос у того, кто говорит, мана почти кончилась, гномики.
осквернение. Какой ёбок вынес, конечно. Да, видишь. Я просто не могу ускорение дать, потому что весь рейд считает. А это где такое? Притвориться мертвым, блядь? Звезду встали быстро. Валик, бьем. Последний. Не зря я день наш ночью. Кому, блядь? Шамильчик? Да-да. Мне показалось. Спасибо. Я проморожу вас насквозь. Спасибо, красиво. Похотливый, давай. На краю стой, куда ты побежал, блядь. На край обратно, вернись, бери. Сука, сейчас ждать надо. Надо к нему бегать. Захиливайте его. Духи вот эти должны на крыль призываться, а здесь вот в конце. Вот твоя ошибка. Слава, Гера подошла. Беги, малышка, беги! Давай. А Гера не дается. Да стой уже, блин. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг. Ледяная скорбь, повинуйся мне.
вообще мы можем заниматься, если заражение и на переходке лед даст тебе топ абсорб? Это еще даже и больше бывает, чем сейчас. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал. Серьезно, жаль, он топ. Отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Да, красава. Невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать в воинов. А, чтоб клятва упала срочно. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. По душе это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить оковы. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Лора, Изу. Начали беда. Угу. Ладно, сейчас пойду в Герухан там. Клятву Гера заберу, да? Слави. Нет. Нет, блядь. Ходите на ИП. И мне там на за два босса всего. А ты на ком? Сейчас на паре. Но я уже ливнула на зрида. И чё? Как мне начислять? Но мне же всего за двух боссов. Не полностью. Мне надо искать неизвестного персонажа в списке. Да? И ещё никого. Так, все зашли? Я захожу. Нет, сейчас. Кто еще? Кто еще заходит? Алло.
Че, Бьерн опять ливнул или че? В смысле, мы убили, я ушел из рейда. Какие проблемы? Я имею в виду, АП не получаешь или че ты? Не. Че ты как я хуй знал, кто, блядь? Да смысл от него? Ну как смысл?